Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Здравствуйте, братья и сестры. Сейчас продолжается Великий пост, время, когда всякий христианин должен прилагать особые усилия, направленные к тому, чтобы увидеть в себе грех, наметить путь к его преодолению и приложить все возможные усилия, чтобы выйти из поста человеком очищенным и достойно встретить Святую Пасху. Важной составной частью поста является собеседование человека с Богом, молитва и чтение Священного Писания. Каждый из нас в эти святые дни особое внимание должен уделить к тому, чтобы с сердечным вниманием читать Слово Божие. Богослужения Великого Поста продолжительны, читаются многочисленные отрывки из Священного Писания Ветхого Завета, книга Псалтири, и дома мы должны по возможности больше уделять своего времени к тому, чтобы прочитывать Святое Евангелие, апостольские книги. Когда мы слышим чтение Писания, мы слышим голос Божий, мы обретаем наставление, мы обретаем твердый путь жизни, мы обретаем знания и становимся причастниками божественной благодати. Ни один христианин не должен себя лишать этой радости. А труд, который мы прилагаем, посвящая его чтению Священного Писания, сторица воздается всякому, кто это доброе и спасительное дело совершает как часть своей жизни. Если мы не читаем Писание, пусть Великий пост станет для нас временем начала этой доброй традиции. А для всякого, кто уже понимает значение и важность и святость этого делания, пусть время Великого поста будет временем усиления этого подвига. Ибо всякое Писание полезно для вдохновления человека, для вразумления, для обличения, полезно нашим духовным деланиям. Храни вас Господь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.